Дрель. Сетевую на мастера. Ой, в КБ просто один ходить и все. Там 18 киллов поделаешь со снайперки и все. Да там. Качается 30. Там 40. Тяжеловато. Бля, я их качал, так. Там тяжеловато. 20 минут, каждые 20 минут. Тяжело. Алькатрас, но его уже нету. Там я качал феник. Смотри, вот в КБ играешь, там 20-30 килов делаешь, да, елки. Тебе там максимум, что можешь дать, это 20 плюс. Вот это. А в рейтинге, если даже взял топ-1, если сделал много киллов, тебе дают много очков. Бля, где я могу показать? Меня нет собаки. Это что лох? Где собака? Тут же только быки. Фига она топор там держит вообще прям. Берегитесь ее топора. Баганула, да. Я тоже хочу так багануть. У меня тоже бывало один разок так. Баганула. Нет! Блин, сразу трою. Нас убили. С копьем бегает. Вот не одобрай такой фигню. Ух, ёп. Играй сетевой, играй нормально, блядь, чё там. Ножи, топоры, все такое. Нормально. Да ё-моё, не успел убить. Не судьба, я быстрее бегаю. Ну да. Эй. Отлично, да. Сука, убил меня. Чё за чел вот этот Атома 9? Скотаны бьют. Пожалуйста. Я сейчас рейтинг играл, мне такие прекрасные люди попались. Двое. Я вон с копейным был. На противниках. Играли со снайперки, так и подошел со снайперки, ни разу не убивались на за или чего-то подобного. Играли только со снайперкой. И проиграли они. Да. Осталось КБ покорить и все. Почему КБ покорить? Почему так мало людей? Ё-моё, вот это я попал. А чел с быком бегал, а я ему в лоб дал со снайперки, офигеть. Как так? Он меня поймал, что ли? Бесит. Ой, я тоже использую бык. Сквозь. Не смог сдержаться. Что ты вообще не понял, убил? Да сука, уперся же в него. Да как так-то? Он прям блочит его жестко. Как он уже блочит? Да, блин. Козел.
Чтоб ты был здоров. Чтоб никого убить не могу вообще. О, наконец. Да, как? Почему его нет? Рядом взрыв происходит, урона нет. Интересно. Ну правильно, чё? Ну блин. Ну блин. Регистрации нету. Ужас. А когда она была? Раньше была. Давным-давно. Когда еще даже понятия индии аккаунтов не было. Только для индийцев. Хо-хоп. Ах ты, блин. Да как так-то? Бывает. Ой, мы приебали, смотрите. Ну, есть такое. Вот мне интересно, как он с копья так пробивает? О, фух, не, последний. На глазах сдох. Вот этот прям копьем пробивает. Ой, с копьем. Да. Вон тебя. Я вижу. Правильно. И тебя. Ой, меня смотри. И тебя он не пощадит. До сих пор не заходила в сети. Я просто не знаю, ну... Кто? Да, девушка, блин. До сих пор в сети не заходил. Будто только я один мог посадить. Ой. Это уже сейчас все понятно, Божина. Все понятно, как ясный день. Просто все хотел посмотреть, насколько далеко ложь зайдет. То есть ломается щит, когда это... Забыл сказать, что хотел сказать. Никого не нашла. Они все внизу были. Да иди ты нахер! Он столько времени за мной бегал, а я найти никого не могла. Ну, действительно. С тобой кто-то бегал. Хорошая новость. Бля. Чем плоха новость, что кто-то бегал? Ну, он в плохих целях за мной бегал. Если бы хороших, то ладно. В плохих целях. Нет. Да, хотел меня убить. Он хотел меня убить. Возможно, криминал. Спасла тебя. Спасибо. Дима, спасибо. Это был бот, спасибо. Попал. Блин, он взял быка. Он тебя щитом убил? Да, ну потому что он со спины зашел. Так, идем. Сука, меня со спины убил. Хуйнули, даже не понял, что произошло. Сука, со спины убил. Внизу там. Бля, гроза охуенная вещь. Не, ну, в КБ настолько ущербная, я скажу. Нет? Не, кстати, в КБ нормально, кстати. Нет, нормально. Нет. Дальняя дистанция хуйня, но нормально. Ну, я только бота мог убивать. Стрелять, когда нету ничего. Когда нету ничего, но только гроза, то да. В принципе, согласен. Куда ты подкаты мне делаешь? Я боюсь. Радуйся, что кто-то подкатывает. Не то, что. Не тот, не те, кто я хотел, конечно, ну ладно. Порадуйся. Завтра в шарагу, так не хочется. Завтра в колледж. О, убил. Работать. Блин, я улетел на люстру. Я на люстре умер. Капец.
Я отомстила. Ай, бля, спасибо. Отомстила за тебя. Не за тебя, за А, не за меня. Я смотрю в килл-чат. Никто не умер. И ты не умер. Это было больно. Я жил как мог. Так, тут никого нет. Нет, не могу стреляться, ты ёпта. Как вовремя столкнулся. Не было у меня перезарядки. Ничего не мог я сделать. Что вы хотели от меня? Давай. Кто что делает там? Зеленка моя. А не пробьешь ты меня, не пробьешь. Я стою выше тебя. Не пробьешь, не пробьешь. А все, не пробьешь. И пробил. Не пробьешь. Не, реально не пробьешь. Я тут стою и вообще они не могут меня пробить. Эй, пошел. Все. Тут есть просто препятствие, на которое забираешься, тебя вообще тронуть не могут. Так, сюда запрыгиваем. Оп-оп-оп-оп. А, нет, он меня достал здесь, сука. Сука, достал меня. Бля, я надеюсь, что бабу не встречу. Ой, какая любовная встреча. Какая баба? Та, которая на станции была с нами. О, нихера себе, вот это вы... Ага, да-да, это я. Где была? Это я, вот смотри. Не-не, какая баба? Где была? Естественно. Это на станции, которая подошла помолкать. Ага. Все люди. А, нет, там 4 человека, один бот. Ой, что ты? Как ты мне сломал мой щит? Ну, щит об щит ломается. Бывает. Так он не был щитом, он просто... Он поставил щит в этот момент. Он просто бежал. Он просто щит поставил в этот момент. И щиты ломаются об щит. Не видел. Не видел я это. Вот. Эй, вот меня больше у меня гранаты кинули. Меня больше всего удивляет то, что я врезаюсь в людей, они, я стою, смотрю на них, но при этом бегу, и при этом все, я не могу их сбить, а они сбивают меня спокойно. Да блин! Собака. Да ё-моё. Тут топ-за. Ай, слезом, за мной бежал собака с своими сисами. Давай, давай, давай. Ах, я к тебе. Блин. Стоял, стоял, меня сбили сбоку просто. Еба, тут махишь 3-4 этих бешеных быков. Да-да. Кочмар. Блин, меня звук опять подстрелили. О, я сбил человека и сломал ему щит почему-то. Не знаю, как это случилось. И...
Сука, она тоже стоит наверху теперь. Тоже наверху стоит. Посекла фишку. Вот бляха. Ее ты не собьешь, пока она стоит наверху. Сука, ну. Да и катись ты, тоска, блядь. Тут тоска. Тут тоска, блядь. Ух, как я ее убил, граната. Это было жесть. Да-да, вот это. Я тебя забодаю. Ух, как он мне подкат сделал. И умер. О, я сломал чельку. Это. Ай. Тихо, тихо. Сука, бегает, бегает, бегает. Сука, нет. Я повернулась задом. Вот это забодало. Отстреливался как мог.